Одинцовские волонтеры передали корм и чистящие средства в приют для животных «ГАВ». В благотворительной акции приняли участие местные единороссы и сторонники партии, активисты молодой гвардии, а также представители общественной палаты округа и молодежных объединений. Волонтеры приобрели для приюта порядка 20 мешков продуктов. Они высказали пожелание, чтобы в подобных акциях участвовало как можно больше неравнодушных.